То, что квартирный вопрос испортил москвичей, конечно, заметил еще Воланд. Но вряд ли сам князь тьмы мог предположить, что дизайнерский ремонт доведет до СИЗО таких уважаемых людей. Шакро молодой, вор в законе. Это сочетание слов значилось еще в картотеках советских сыщиков. Шакро, тот же Захар Калашов, был большим криминальным авторитетом Грузии. Был, так сказать, учитывая уровень влияния, на ранге министра. Шакро молодого арестовали спустя полгода после разборок на Рочдельской. Тем вечером, по версии следователей, Андрей Кочуйков, известный под прозвищем «Итальянец», прибыл в ресторан, где сделал его хозяйке, Жанне Ким, предложение из тех, от которых сложно отказываться. Либо она платит 8 миллионов долга за услуги по дизайну, либо прямо здесь и сейчас переписывает ресторан на третьих лиц. Двое представителей дизайнера убиты. И только после первых арестов в этой истории неожиданно всплывет имя Захария Калашова.